К Дню защитника Отечества в Центре занятости населения стартует новый проект. Принять участие в нем смогут подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В соответствии с муниципальной программой «Дети Анапы» ребята смогут оказать помощь в ведении домашнего хозяйства участникам Великой Отечественной войны, а также навести порядок на братских могилах, памятниках и мемориалах города. Денежные средства на заработную плату несовершеннолетние работники получат из местного бюджета. Кроме этого, всех подростков ожидает материальная поддержка в размере 850 рублей из краевого бюджета. Желающие принять участие в проекте могут обратиться в общеобразовательное учреждение по месту обучения, в молодежный центр «21 век», либо в Центр занятости населения города Анапа по адресу город Анапа, улица Калинина, 12А, кабинет номер 9. Телефон для справок 40911.